Ну, вы знаете, вот все-таки надо, нам помогли сделать там фасад, кровлю. Сделал, приведены к тому виду, который... Но я говорю о другом, что пока мы к этому не придем, товарищ, а он не обещал. Я привыкла на бетонном работать. Очень много было осуществлено работ в нашем микрорайоне. Вот, в частности, благоустройство придомовых территорий, оборудование детских, белевых площадок, затем, значит, ну, естественно, ремонт домов, кровля, фасады по олимпийской программе, приведение в единый архитектурный облик. Вот. Ну и наведение санитарного порядка, благоустройства. Ну, вы же можете сами... Эту тему видим, но сейчас будет к выборам опять, видимо, активизироваться. Все спасатели работают, то это не говорит о том, что... По улицам ходить у нас прекрасно, у нас нет, наверное, ни одного сегодня туриста, который бы не сказал, город нехороший. Все уезжают и говорят, город просто замечательный. Но вы должны понять одно, вопрос, эвакуатор, как только вызвал эвакуатор, сразу же пошли набрать телефон и сказать, что вот они у меня, один раз, что мы не хотим, вы домком, у нас не принято врать. Мы тогда для программы мы заложили деньги и по этим деньгам отремонтировали. Но единый архитектурный облик, это может быть только фасад, это может только кровля быть. Должны быть какие-то... Нет. Скамеек мало, там они... Анатолий Николаевич, как мы рады вас видеть. Да, как особенно... город преобразился, но... как везде красиво. Хорошо здесь живете? Ничего, нормально. Ну, хорошо, я думаю, что чистенько у вас, да, аккуратно. Нормально. Домики хорошие, дворы, все, да? Все нормально, все хорошо. Это сделаем. Договорились? Не, ну так же тоже нельзя. Вот кто там у них проживает, потому что не может. Они сделают, не переживайте. Собирают и сразу же расписывают, что они будут делать. Хотят, значит, ДНД, спрашивайте, есть. Мы сколько, вот я сколько нахожусь здесь. И про что тут строители? Или уже... И к тому не входит. А кому входит? Вопрос, ну что мы, детские площадки. Сегодня...